Пробежка за трезвый город состоялась 22 ноября в Кинешме. Акция проходит уже третий раз. 15 молодых людей собрались на Волжском бульваре и легкой трусцой отправились навстречу трезвости. Неожиданно для многих пробег, посвященный здоровому образу жизни, приобрел политическую окраску. Участники мероприятия развернули черно-желто-белый флаг Российской империи и флаг Сербии. Молодые люди таким образом решили поддержать братьев-славян, чья страна в последнее время подвергается нападкам. А вот флага России в руках у бегущих почему-то не было.